Всем кукусики. Ну что, еду я сдавать Дашин телефон в ремонт. Ну и что там надо, кое-куда. Даша за него так расстроилась. И там так надеется, что его отремонтируют. Ну, понятное дело, что отремонтируют, сделают, все будет нормально. А у нас, кстати, достаточно таки уже с утра жарковато. И по прогнозам на будущее, ближайшее, нас ждет снова плюс 40. Це купец. В общем, занесла я Дашин телефон в ремонт. Он на него посмотрел, говорит, что там, говорит, в таком состоянии. Хотя он там, можно сказать, и не побит особо, ничего. Но нормально, ему еще даже года нету. Я говорю, ну как-то вообще, говорю, он не самая удачная покупка с телефоном, которые, ну, были. Показала я еще свой телефон. Он говорит, ну, единственное, что в данный момент хорошо с вашим телефоном, это камера. Ну, а так, говорит, он свое уже отжил. Там сзади, короче, у меня распадается, не могу вам показать сейчас, распадается это... крышка отпадает, он распадается на две части, и раздулась уже батарея. Ну, то есть ему уже как бы больше 4 лет, по-моему. И, блин, я его просто обожаю. Но я понимаю, что мне все-таки нужно что-то другое, на что я смогу и более качественно делать съемку видео, так как вы мне пишете, что Надя, все хорошо, получше съемка, короче. Понятно, что нужно будет, наверное, брать такой телефон, на который будет и качественная съемка, и он еще, как говорится, будет долго мне слушать. Все, поехала дальше. Я уже дома, забрала посылку. И сейчас покажу вам, что в ней. Ух ты! Ить, кот не подается. Коробка в таком ужасном состоянии. Кстати, не очень часто приходят в таком ужасном состоянии посылки. Это крайне редко, но... Ну, это как-то неприятно все-таки. Это подставка, охладительная подставка под ноут. Так она включается в ноут. И работает. Ну, в принципе, все вроде бы целое. Нормальное. Вот USB. Такой маленький. Шовше маленький. Ну, качество, да, так себе, мягко говоря. Ну ладно. Такая вот охладительная подставка под ноутбук. Ну что, пойдем испытывать, да? Как она будет работать сейчас? Пойду делать видео. Косина. Чуть здесь бугорок какой-то. Ну ладно. Пойдет. Можешь свои лапы забрать? Даша! Я сейчас покажу, что ты делаешь. Дарина! Присела. Давай, открывай. Я привезла еще одну. Лапки. Привезла еще одну посылку. А в посылке посылки. На что ты посылка? 3. Угадай, что тут, подожди. Угадай, как ты думаешь, полапай. Только не смотри то, что ты. Да не так полапай, в саму посылку. Как ты думаешь, что здесь? Что-то она куда чуть-чуть. Ну, следующую возьму. Что это?
Как ты думаешь, это? Для кого это? Ты на Даню дивишься, я думаю, для него? Ну, похоже какое-то на, не знаю. На что? На какое-то вот это, знаешь, есть антистрессы, что-то. Думаешь, это три антистресса пришло или что? А между собой похоже или нет? Да. Все три между собой похожи? Ну, а то, что тут чуть-чуть тут. Даня, отвали. Чуть-чуть тут этот. Свали. Пять. Ну, почти похоже. Мамы, тюламки. Почти похоже. Что это? Ну, как ты думаешь? Я не знаю. Где это открывала? Ну, открывай, открывай. Ну, ты поняла, что это? Маска. А ты поняла, что это за маска? Кот. Тик-ток. Ты вот, это только я тик-ток дивлюсь, или что? А, это вот эти, как его? Одеваешь маску. Как их называют? И пугаешь кота. Поняла? Вот то, типа, одеваешь маску и выглядываешь. Поняла? Из-за угла, и кот там на тебя, типа, смотрит. А вот это что такое, не пойму. Не знаю. Ты тиктокер, шаврин. Одевай маску. И вот, поняла, типа, такой из-за этого? О, как она похожа, слушай. И, типа, такая выглядываешь, поняла? Я знаю, что тебе уже в комментариях напишут. Ладно. В смысле, а шо? Потом узнаешь. Смешно. Чуешь, оце типа на Біну похоже. Це на Батона похоже. Я з таким расчетом, типа, щоб Беню, поняла, этот, і Біну. Може, і Фроську. Поміряєш? Тільки я не знаю, для чого ти наліпки. Ну, оці штуки. А ну, мірять. І це серая, мабуть, да? Це типа, а, вот это Біну, вот это Беня, а і рижу я захотіла. Бо на Фросі не було похоже, а ну поміряй. А, ти маєш в виду, що мені в коментах напишуть, що то якісь там... Квадрокоптери. Квадрокоптери? Ні, звісно. Квадробери. Та, не чуди. Слушай, прикольно я така. Реженька. Ні, не так. Біно, наприклад, там йде где-то, там, і ти за угла такая, раз, поняла? А вот эти штуки не, далеко не прячь. Ну, где-то сложи их, я не знаю, для чего они. Что, заснимем прикол с котами? Да. Да? Сейчас я подруге отошлю, что я квадробер. Да ну, не гони, Даша. Серую тогда одень, оно красивее. Не рыжая, красивая. У меня вообще даже в мыслях такое не было. Да? Скажи, на Беню и на Бину. Ихняя реакция интересна. Я квадробер. Даже вот... Чуешь? А знаешь, в чем прикол? Она смешна. Она один назад. Знаешь, в чем смешно? В том, что когда ты ее так одеваешь, у тебя не видно рта. Ну, типа, только нижнюю губу видно. И ты такая смешная, типа, даже когда рот открываешь. Боже, мама. О, боже, все, теперь не так смешно. Я увидела. Короче, такая шусь. Такая представляю, я квадробер. Я представляю реакцию. Нет, конечно же, что нет. Боже, даже не думайте мне писать про це, потому что я вообще в этой теме не знаю. О, я уже Беню. Я знаю, что мне там что-то... Что, Беню услышала? Да. В смысле? Что у нас так было? Ой, блин, Дашка. Я не
смешно, блин, я не знаю, ладно, все. Мяу-мяу-мяу. Какая себе кишка? Блин, я не знаю, чому на мене так смішить. Ми квадробіри. Вообще нічого. Даша. Понимаєш, у мене морда більша, поняла? Лицо у мене більше. І в мене видно трохи губу нижню. Отак не видно. Єп. Кошара. О, господи. Давай я виліжу. Фу, блин. Фу. Короче, не открывай рот. Короче, фух, я аж... Цей. Что я хотела сказать? В следующем видео покажу, как мы будем за котами бегать. А может, в цьому? Мам, смотри. Даш. Даш. Жанна собаку насунула. Ой, Даша. Боже, я не знаю все. Котики, готовьтесь, кусь. Ну, а реакція Данте, конечно, щось, да. Вообще, Даня, Данте, нельзя. Это плохая реакция, не? Мяу, мяу. Даш, не надо, не надо. Он может броситься, ты же видишь по нём? Значит, мы реально маски похожи. Похожи, значит, да. Ты от нее уже, блин, всю силу. Даня в шоке. Это просто маска, Данте. Бо он, он прям на меня. Куди ты рот открываешь? Здрасте. Даша, Даша, все. Даня, походу, поверил. Алло. Сейчас, подожди. Ти сьогодні тільки хочу вже маску з'їсти. Присядь отак. Ні, та подивись. Ось так, да, сиди, стой, знаєш, он повідає. Это ж все равно смотрит в окно. Внутри уже чуть-чуть на них. Веня, блин. Да не балакай. Понятно. Беня. Да подивися на Дашу. Да не-не. Короче, так не пройдет. Надо будет их попугать, Даша. Им все равно потом. Мы потом её жопу будем упугать. Да, Бенька? Да, еще отбивается хвостом. Ля, какой длинный. Даша! Может, сам свой хвост укусить. Мне нужно сердиться. Крыса. Я, кажется, Сабину испугался бы больше. Ну, заснимем в следующем видео, покажем еще. Надо, чтобы стемнело чуть-чуть, поняла? Типа. Mm-hmm. О, и где-то там. Даня, что там такое? Даня, ага, забери от него, Даш. Один Даня реагирует. А я реально, я сняла себе маску, он так ко мне прям сразу пошел. Он не очень адекватно среагировал. Да? Надо тебя послать квадроберам, ты бы их бы ням-ням. И пес утик с кровати. Блин, ну ладно.
Мне больше достанется. Место? Да.